Меня зовут Лера, я из города Ростов-на-Дону, родилась здесь, жила 15 лет в Аксае, это Ростовская область, а потом обратно переехала сюда учиться. Вот, что там еще? Хобби. Хобби? У меня очень много хобби. Во-первых, я люблю краситься. Во-вторых, я люблю делать что-то руками, и не то, о чем вы подумали. Вот, как минимум, я плету. То есть костюм, который был сегодня у меня, я сама сделала. Сеточка белая. Сеточка, да, белая. Mm. И хочу дальше продолжать в этом развиваться, мне это очень нравится. Также я училась сама играть на гитаре. Пеку тортики, работала Какая поваром. Какая ты творческая. Да. У меня тогда такой вопрос, твое сердце свободно? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Так, интересно. Это очень сложный вопрос. Да? Да, поэтому я не могу сейчас... Ну ладно, не будем тебя мучить. Да, спасибо. Скажи, часто ли ты отдыхаешь в бассейнах, купаешься, загораешь? Ну, вообще, смотря для кого как часто. Если есть возможность, то я всегда за, я бы пришла сюда. Вот здесь я с удовольствием останусь, позагораю, поплаваю, я люблю это. Я 2 месяца последних жила на море, и после работы я плавать всегда ходила, потому что это прекрасно. Ну да. И вода просто потрясающая была, особенно последние недели, мне было так жалко уезжать. Но ради конкурса я такая, я поеду. Правильно, молодец. Скажи, пожалуйста, зачем ты пришла на Мисс Блокнот? Для чего тебе этот конкурс нужен? А вообще, мне очень нравятся такие конкурсы. Первый конкурс у меня был Мисс Университета. Угу. И первый, последний, так сказать. Первый крайний, то есть этот следующий. Для чего он мне? Для внутреннего развития, потому что здесь все девочки очень уверены в себе, мне этого не хватает. Они любят себя, они умеют показывать себя, это очень классно. Каждая девочка индивидуальная, и каждая девочка приносит что-то свое. Да. Вот, поэтому я и пришла. Да, внести что-то свое. И получить от других. Ага. Я как вношу, так и получаю. Но я попала сюда случайно. Я заполнила анкету и через день уехала в Сочи работать на 2 месяца. А, то есть ты случайно пташка так чисто залетела, да, сюда, да? Я подумала, можно, и все. На что потратишь 100 тысяч рублей, если выиграешь? Я хочу открыть свой магазин на Wildberries. Я сейчас занимаюсь этим, обучаюсь, мне очень нравится. Также там заполняю карточки, подрабатываю и хочу открыть что-то свое. Чудесно, будешь бизнес-вумен. Да. Так, скажи, какие 5 слов с тобой ассоциируются? Первое слово, которое пришло в голову, давай. Это безбашенное. Ага. Все. Ладно, хорошо. Безбашенное, бешеное, безбашенное, безбашенное. Да, это точно. Ну, возможно, разговорчивая, улыбчивая. Меня так с детства называют, не знаю почему. Мисс Улыбка. Возможно. Но мне не нравится улыбаться. Вот в чем проблема. Я всегда улыбаюсь, но мне не нравится это. Я само противоречие. Интересно очень. Да. И потом еще давай последний. А, последнее слово? Непонятное. Непонятно. Хорошо. А на что ты потратишь 100 тысяч рублей, я у тебя уже спросила, да? Так, какая часть тела у тебя самая привлекательная? Мое тело полностью. Я не могу выделить одну. Да? У меня и грудь прекрасная, и попочка, и ножки какие вон длинные. Ну, это мы посмотрим в твоей визитке дальше, когда ты будешь уже показывать все свои прелести. Хорошо, скажи, что важнее в женщине, красота или ум? Я считаю, одинаково. Ну, возможно, красота. Угу. Потому что все-таки первое, что мы делаем, это мы смотрим на человека, мы оцениваем его внешний вид, его внешние данные, а потом уже только. Если нам не понравился человек, мы не захотим узнавать его изнутри. Ну, поумнеть можно и потом. Поумнеть можно и потом, да. Хорошо. А за какой поступок тебе до сих пор стыдно? Есть такой? Мне ни за что не стыдно. Много поступков, за которые стыдно другим людям, но мне ни за что не стыдно. Да, что ж ты такое делала? Ну, не знаю, я... Самое из простого, там, через забор в платье вот в таком, на каблучках 15 сантиметров лазила. От кого убегала? Надеюсь, не от жены своего парня. Нет, у меня такого не было ни разу. Я слишком правильная в этом плане. Я думала, так надо попробовать. Ну, может быть. Так, хорошо. А какая дружба лучше и крепче, мужская или женская?
Женская. Почему? Потому что если девушки начинают дружить, то они дружат всегда. Они выбирают как будто специально именно, во-первых, тех девочек, у которых разный вкус на парней. Если одинаковые, все, до свидания, сразу ничего не подходит. А парни, они вообще не определенные нифига. Они могут сначала на одну, потом бац, им понравилась девушка твоя, то есть друга его. И все. Поэтому я считаю, что женская дружба сильнее. Хорошо. Так, скажи, пожалуйста, сколько должен зарабатывать твой мужчина? Ну, хотя бы от 100 тысяч в месяц. И сколько он должен тебе давать из этих денег в месяц? Ну, не знаю, сколько захочет. Я не могу требовать. Ну, как это? 5 тысяч? Ну, приятно, конечно, если будет тратить, но именно не давать, а просто... Ну, хотя это же давать получается. Вот черт. Ну, ладно. Тогда меняю. От 200 и 100 мне. Супер. Соточка ему, короче. Не, да? Соточка наша общая, соточка мне. Супер. Смотри, у меня сейчас будет длиться опрос. Выбери одно слово, что тебе по душе. Каблуки или кроссы? Каблуки. Кошка или собака? Кошка. Ум или красота? Красота. Спорт или вкусно поесть? Вкусно поесть. Муж красивый или муж богатый? Это сложно, красивый. Красивый? Да. Будете вместе на лавочке сидеть. Да, семечко кушайте на каблуках и с кошкой. Зато красивый. Да. Главное, чтобы муж был не на каблуках. Да. Он красивый.